Представляю вам рецепт, который расскажет, как приготовить цветную капусту с креветками. Приготовление блюда по этому рецепту не займет много времени, а вкусный результат не заставит себя долго ждать. Предлагаю вашему вниманию один интересный рецепт, благодаря которому на ужин вы можете приготовить настоящий шедевр, а готовить мы будем цветную капусту с креветками. Изюминкой этого блюда является необычный вкус, а также быстрота и простота в приготовлении. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. В небольшой емкости смешайте соевый соус, имбирь, цедру и сок апельсина, мед и чайную ложку оливкового масла. Соус перемешайте до однородности и оставьте настаиваться. Цветную капусту разберите на соцветия, с помощью блендера измельчите ее, следите за тем, чтобы оставались небольшие гранулы размером с рис, иначе получится каша. На сковороде разогрейте небольшое количество масла, обжарьте креветки в течение 1 минуты. Измельчите лук, отправьте на сковороду обжариваться до мягкого, полупрозрачного состояния. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Отправьте к луку тертую морковь и спаржу, обжаривайте в течение 2 минут. К овощам добавьте измельченную капусту, перемешайте и готовьте 2-3 минуты, постоянно помешивая. В отдельной емкости взбейте яйца, капусту с овощами сдвиньте с одной половины сковороды, обжарьте яйцо. На сковороду отправьте креветки и соус, перемешайте, уберите сковороду с огня, подождите 1-2 минуты, чтобы все вкусы и ароматы блюда подружились, подавайте к столу. Подписывайтесь и ставьте лайки. Вот что нам понадобится. Цветная капуста, 1 штука. Кочан, оливковое масло, 2 столовые ложки, лук, 1/2 штуки, спаржа, 300 грамм, креветки, 300 грамм, соевый соус, 3 столовые ложки, имбирь, 1 чайная ложка, тертый, апельсиновая цедра, 1/2 чайных ложки, сок апельсиновый, 1 столовая ложка, мед, 1/2 чайных ложки, яйца куриные, 2 штуки, количество порций, 4-6. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Заходите в гости.